Бодрого заработка, комрады! С вами Елисеев Михаил и канал Компас Инвестиций. Ты еще не подписался? Тогда дай мне подписаться и на колокольчик не забудь нажми. Сегодня, ребят, видос, серия видео. Наша телепередача «Как же заработать хорошие деньги с небольшой суммой» с 350 рублей. Посмотрим, возможно это или нет. Будем торговать на Алитрейде. Напоминаю, что ссылочка будет в описании. Кто еще не зарегистрировался, из первой регистрации, с первого часа при пополнении 2000 рублей вам дается плюс 100% по этой ссылке. Но только в первый час, если у вас новый аккаунт. Итак, мы слились, так как достаточно сложно вы убедились, с 350 рублей подняться. Но у меня есть один интересный способ, о котором вы узнаете чуть позже. А сейчас давайте пополнимся на 350 рублей. Для этого нажимаем на реальном счете «Пополнить». Будем пополняться с Киви. Выбираем Киви. Так, 350 рублей без бонуса. Нажимаем «Пополнить». Я ввожу номер телефона и нажимаю «Пополнить». Так, нас перебрасывает на оплату. Итак, так. Давай. Оплатить. Получаем код и вводим его сюда из смс-ки. И нажимаем «Продолжить». Обработка счета. Так, счет обрабатывается, оплата успешно произведена. Пожертвование. Фонд Константина Хабенского. Так, обратно через 7 секунд. Это у меня остаток на кошельке. Закрывать страницу эту не надо. Так, ваш платеж успешно исполнен. 350 рубчиков у меня на счету. Ну, давайте начнем торговать. Ту! Ребят, секретный способ. Как же хорошо начать? Нужно рискнуть и поставить all-in один либо два раза с 350 рублей. Итак, ставим 350 рублей на одну минутку. Так, сейчас у вас волатильность хорошая. 18.40, 6 сентября, среда. Хорошее время для торговли. Я выбираю валютную пару, которая не меньше, чем 80% в данном случае. И будем мы торговать, искать точку входа сейчас. Как только найду, поставлю и продолжу видео. Зашли мы на одну минутку, 350 рубчиков. Валютная пара, канадский доллар, швейцарский франк. На вот таком вот отскоке вниз мы зашли. И давайте посмотрим, зайдет ли у нас девочка или нет. Подождем немного. Остается 10 секунд. Вроде должна зайти, ребят, так как мы зашли на сильном падении. 5, 3, 2, 1, давай. Ну, затащили, 630 рубчиков на счету. Ребят, ну что, рискнем? Эх, хочется еще раз, чтобы, так сказать, разогнать свой депозит первоначальный. Потом, ребят, больше этого делать не нужно. Давайте уж, была не была, была не была, затащим, я думаю. 630 рубчиков на одну минуту. И давайте будем искать точку входа. Видим, здесь на USD, на норвежской кроне, есть такой треугольник выстраивается. Он обычно выстреливает вниз. То есть, когда формируется треугольник, сейчас вниз у нас может резко пойти выход. И потом отскок вверх. То есть, мы сейчас можем этим, в принципе, и воспользоваться. В данном случае у нас каналом уже нельзя воспользоваться, но мы можем воспользоваться резким выходом из канала. Давайте подождем, если такое произойдет. Так, видно, они переключили на 50%, поэтому не воспользуемся уже таким вот выходом. Поэтому будем искать другую валютную пару. Зашли мы на мексиканцы на одну минутку, на 630 рублей. Итак, давайте посмотрим. Хотел, конечно, здесь зайти, ребят, но почему-то не успел. 42 секунды. Давай, мексиканец, не подведи. Мексиканец против американца. Остается 21 секунда. Давай вверх, иди, засранец. Давай, мексиканец. Вверх, вверх. Не подведи. Нас же ребята смотрят. Соседи тут сходят с ума. Ремонты. Так, 4, 3, 2, 1.
Есть! Затащили, ребят. Косарик 134 рубля. На этом мы остановимся сегодня. И наш сегодняшний день в нашей телепередаче «Как дойти до миллиона с небольшой суммы» на сегодня заканчивается. Смотрите дальше. Буду снимать, стараться для вас каждый день, так как самый кошерный день это у нас вторник-четверг. И с примерно 9 до, ну, 6 часов. Лучше. Можно больше, но нежелательно. Пятницу уже все засыпают, а в понедельник еще не встали америкосы. Поэтому не такая хорошая волатильность. Итак, ребят, не забывайте, что ссылочка на AlimTrade будет в описании. Кто хочет здесь участвовать, кто хочет заработать хорошие деньги, так как реально здесь можно, используя линии поддержки сопротивления, отскоки и вершины, зарабатывать неплохие деньги. Ну а также не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайк этому видео. Ребят, сегодня у нас получилось сделать с 350 рублей 1134, что равняется примерно... Давайте эту сумму разделим на 350. 300 с копейками процентов. Но помните, что вы должны обязательно торговать на демо-счете. Здесь есть демо-счет, где можете поторговать спокойно и потренировать. Некоторые мне писали, что там отличается демо-счет от реального. Ребята, проверьте. Откройте на другом компьютере, на телефоне, зарегистрируйте себе другой аккаунт с другого IP, и вы увидите, что абсолютно реальный счет совпадает с учебным счетом. Проверили уже многократно. Ну а на этом все. С вами был Елисеев Михаил. Да пребудет с вами профит. Пока-пока. Для тех, кто занимается заработком на бетонных опционах, рекомендую мою группу Бинарович, где вы можете найти на стене бесплатные сигналы. Для бинарных опционов публикуется несколько сигналов в день. Вы можете спокойно себе использовать и торговать вместе с нами, зарабатывая неплохие бабосики. Для этого нужно подать всего лишь заявочку в эту группу, так как группа закрытая, но при подаче заявки через несколько часов ваша заявочка будет одобрена, и вы станете участником нашей группы. Также есть в группе отдельный VIP-чат. В этом VIP-чате вы получаете каждый день большое количество классных сигналов для торговли на AlimTrade. Торговля в VIP-чате ведется каждый день, целый день. Если вы хотите попасть в закрытый VIP-чат, вы должны опуститься вниз, найти менеджера Лика Нойка, написать ему, вы договоритесь, как же попасть в закрытый VIP-чат. Ссылка на Бинарович будет, ребят, в описании.